Добрый день всем, ну не день, а вообще доброе время суток, с вами я, Декс, и сегодня со мной играет мой друг, мы едем к автомастеру, вот автомастер, автомастер, сейчас мы станем нашим Джеки Чаном. Быстро, для китайцев чини тачку, я тебе заплачу сколько надо. 100? Полностью надо починить. Ну да, ладно. Ну чё, дадим ему 500. Дадим ему 400, блядь. 99, нормально. Это как 500. А ты... Ты почини тачку сначала. Блин, я его прибить хочу. Нормально дочинил? Ох, выиграл! Ох, я выиграл! Давай, тысяч. Погодь. Угу. Да, давай. Все, спасибо. Ничего не знаю! Да слышишь? Какие 6 рублей? Нету 6 рублей. Да ты эту машину пусти. Ай, блин. Да, резвая очень тачка. Так, сейчас скажем, Джеки Чан пришел со стволом. Джеки Чан за стволом пришел. Джеки Чан за стволом. Что там происходит? Ёб твою. Ты чё? Вы чё творите, а, люди? Так, это, я за ганом, алё. А, вот. Так, давай, это, мне, значит, какой-нибудь пушка. Для китайцев желательно. Надо бармена будет ограбить. С перначом. Ну нет, мне нужен пернач. Пистолет такой. Пистолет. Посмотри там. Ой, там мэр еще с телефоном. Сколько? Блин, сейчас. Так, ты, кстати, чё? Мэр можешь стать. Я знаю, что я могу стать мэром, но у меня тут и будильник зазвонил, и ты галдишь, и еще оружие покупаю. Можешь спрятаться у вас. Бомжа убрали. О, спасибо. Сейчас, там вот кто хулиганит, а вот сейчас я выйду, письку надеру кому-нибудь. Оу! Воу. Чё происходит, чуваки? Поехали. Стой, бармен. Бармен Васин, нам еда нужна срочно, срочно. Да. Стань автомастером. Я ухожу, кому надо было. Не. Ну, давай, братки. Да. Спасибо, брат. Всё, ладно, взяли пушку, уходим. Нормально. Да, нормально. Все, давай, садись. Сейчас мы поедем себе выбирать место. Почему? Вы спросите, почему у меня будильник? Ну, потому что я записываю в 7 или 8 утра, сейчас уже 8. Ой. Утро. Ой, я не могу занять должность этого. Бандита? Да, у меня типа бан дал. Возьми наемника. Да, стой, подожди, дай выйду из машины. Ну, давай выходи. Ну-ка, сел в тачку быстро! Все, поехали! Поехали, брат! Поехали! Ладно, хорош, мы не это самое. Поехали в соседнее село. Подожди, да, надо, кстати, в соседнее село где-нибудь. Подожди. Торговцу надо это. А поехали в это самое, в наше любимое место. Да. Чё ты там бомбануло кого-то? Надо в нашу.
Ох, быстро, быстро летим, быстро, громко. И спойлер, посмотрите на этот заниженный... Ну да, спойлер не заниженный. Он занижен, он просто сразу антизаниживается. Он встает, опа. Ускоряется. Быстро, 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 бери, 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 уходим. Сколько там было? Да, я не помню. Поехали. Машина тогда ускоряется, спойлер такой лохвар. Там еще и пианино было. Да зачем нам пианино, мы его в тачку не положим. Оно сразу на 10 слотов забирает. Вот видите, он сейчас поднялся, а я останавливаюсь, он опускается. Это, кстати, VIP-тачка. Сервер я вам IP еще раз кину, даже не поленюсь его кидать множество раз, потому что это очень офигенный сервер. Опа! Опа! Опа, соседи есть. Выкурим? Этот сосед у нас таксист. Ой, китаец тоже, брат. Мы его не будем, мы его трогать, да? Сейчас бы отмычку, конечно. Ну, я говорил, поехали к торговцу. А там ничего нету, не будет. Ну что, поехали? Подожди, а тут нельзя стенку пробить? А, нет. Поехали к торговцу. А гараж можно? Нет, нельзя. Смотри, это проводка. Проводка. Не проводка, а проводка. Проводка. А ты меня не добавил? Я знаю. Танец, радость, что робот, лев, я лев. Р. Я лев. Смотри, как это выглядит. Сейчас, подожди. Ну. Это я! Да, я лев. Я просто лев. Поехали. Добавь меня в машину. Нет, машина, я же говорю, only my, ласточка. Садись. Сел быстро. Сел быстро. Давай машину, я сяду. Ну тогда сам пойдешь. Сейчас я себе только патронов куплю там. Слышь? Подожди, мне кажется, или кто-то физганом сейчас что-то прыгал? А, Макаров, точно. Ладно, он, короче, не захотел с нами, пойдем. Так. Ой, торговцы. А, кстати, я вам его не представил. Как ты представишься, мой друг? Рэмбо. Так знаешь, как будто это. Рэмбо пришел к какой-нибудь девке и спрашивает, понравишься ли ей. Она спрашивает, как тебя зовут? Он такой, Рэмбо. Нам нужно две отмычки, я так понял, да? Воу! Что-то так резко звук прям влетел. Вот смотри, мы живем в ангаре, торговец живет в элитке. В какой жопе он? Но мы-то обычные граждане, а он... Фига себе, мы обычные. Мы тот сервер, блин, превращаем в свой. Да, обычный, чё бы нет. Блин, из-за записи я не вижу, сколько у меня еды. Сколько он у меня голоден. Мне надо закупиться хавки. Блин, ну врезайся, я не умею на быстрых тачках кататься. Офигенно, он еще и рыбак, блин. Вот тут уже чья-то черная тачка. А, у него тут спуск домой даже. Торговец, стой! Где ты, торговец? Торговец, ты где, торговец? Алло. Солик. Солик, тебе пищи. Снейк. Пс-пс, ты где, Солик? Слева? Я в кустах потерялся. Со стороны склона. Со стороны склона. На голос, иди на голос. А, на голос, я тут-то. Я тут-то. Ясно, у вас тут маленькая. Это, мне отмычка нужна. Мне на две отмычки. Две отмычки. А, две? Да, две. Давай. Ну, тушите, если он тебя не возьмет,
Да не, нам не маленький, нам так. А я и засрал, жопу прищемил. Нет, две отмычки и давай все-таки огнетушитель. Четыре. Сейчас я, наверное, там на калькуляторе щелкаю. Короче, будет, короче, 400 тысяч. Давай. Давай. Ты мне должен будешь отдать. Оставь мне похавать. Ай, щит! Щит! Воду! Это не я кинул! Чё такое? Кто кинул молоток? Я не знаю, я в воду упал. Это Мефодий! Это Мефодий здесь был! А, господи, я даже не вижу, сколько у меня... Это йогурт был, это был йогурт. Он предупреждал, видите? Где? А, вон ты. Слышь, какашка, машину бы мне добавили. Да это, иди ты. Забери у него отмычку для начала. Так, это, мне отмычку одну. Скажи, что вообще-то две отмычки и огнетушитель, за который я заплатил. За что это ты заплатил? Да. Он тебе дал денег, давай, он тебе дал денег. Скажи, 4 штуки ему дал. Ты, он тебе 4 дал. Ага. А ты пишешь, сумку я положил. Ты, ну давай я это заберу вместо отмычки. Чё там? Ну, так. Я ему сейчас штуку дадам. Все, одна, я дам тебе штуку. У нас два огнетушителя. Ну, нормально, отмычка одна, что ли? Да, тоже одна. Все, я взламываю твою ласточку. Я тебе сейчас взломаю, я тебе руки-то... Слышь? Блин! Ну, блин! Скажи, я разрешил. Он разрешил. Давай. Ну и ладно, пусти еще, чё. Блин, вот почему Dark RP именно в самой жопе надо было где-то там сделать жизни, показатели жизни, чтобы никто не видел. Я тебя убью. И машина в каньоне оказалась. Я тебя сейчас убью, ты лже. Оттуда есть выход. Я тебя никогда не посажу за руль своей тачки. Ну я уже за ее рулем. А ты где? Ты где? Я на респе был. Чё ты на респе делал? Я сдох! Как так? Не придуривайся, давай неси мне мою машину быстро. Сейчас выехать надо. Ну, мне кажется, она быстрее взорвётся, чем... Я тебя убью! Да не бойся, всё хорошо будет. Я аккуратный водитель. Я знаю, какой ты аккуратный, я тебе больше никогда не дам тачку. Ты сейчас мой ботинок у тебя в жопе окажется. Не надо так жестко. Смотри, если сейчас вся тачка будет раскоцанная. Я тебя предупреждаю. Я тебе говорил, что Джеки Чан, я тебе уж... Чё горит? Ещё маленький у меня вопрос. У тебя тоже такой звук, что чё-то горит? Нет, ну такое бывает всегда. Что за бред? Ну, по-моему, правда, машина взорвется. Ладно, я остановлю запись. Итак, мы продолжаем. Значит, за это время, пока никого не было, значит, Рэмбо сломал мне машину, как обычно. И вот теперь я только... Правда, блядь, я вот сейчас у автомастера стою. Поехали за Джоном Шепардом.
В смысле, я тебя должен еще как такси, что ли, работать? Ну чё, ну у меня заказ. И чё? Куда мы поедем? Ну... Ну смотри, блин, мне вот сейчас один чел написал, что... Ну не написал, а сказал, что лучше уходить из города, так как он устроит хаос, это йогурт. Поехали за Джорджем Шепардом. Он мне заказал, точнее, да, вот йогурт заказал его. Шепард это, у которого мы покупали огнетушек. А, кстати, положи... Нет, это его бармен. Это бармен, который... Стой, 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 стой! Ой, блядь. Нет, нет. Брат, брат. Чувак, я не знал, что у тебя прям лоу хп. Ладно, ты поедешь с нами. Садись, поехали. А чем ты его убивать будешь? Нет, этот бармен другой. У меня есть АП-5. А, ну да, это же у меня только нет оружия, потому что кто-то в жопе там остался. У тебя нет оружия? Да. Ой, я тебе дам. И что ты мне дашь? Это АП-226. Ну, давай, это говно хотя бы. Ой, конечно, сейчас это капец, что сейчас на сервере происходит. Значит, за все время мы с вами сбили человека, взорвали его тачку. Мне успели сломать тачку. Плюс нас чуть не сожгли, как, не знаю, как демонов каких-нибудь или кого-нибудь еще. Куда? Я знаю, куда я еду. Да. Да. Shut up, bitch! Нормально. Видишь, дорожка, значит, подымаемся. Я здесь, знаешь, как от копов угонял? Ну, вижу, каждый раз врезался. Нет, ну не сейчас. Это было в молодости, блин. Это в какой молодости, блин? Я говорю... А, фак! Я ничего не вижу, потому что нас постоянно переключаюсь на... Там мэр, слышь, там мэр, подожди, подожди. Ну, мне насрать как бы на мэра. Спасибо, до свидания. Все, поехали. Поехали. Поехали, чё? До свидания, до свидания. Все, поехали за его другом. Нас убили этого, теперь поехали за его другом. Ну, а нам нужно купить дом, потому что мы этот, йогурт, короче, сказал. Вон он, ты куда поехал? Он не там был. Да я вообще QQL. Нет! Люблю все-таки мою ласточку. Но она резкая, блин. Это капец. Я такой написал, мне нужна еда, как мне нужна одежда. Стой, дай я сначала у него еды куплю. Если... А, вот он, да, здесь. Эй, бро, бро. Нам еда нужна. Он не тут, а он ФК. Ну, убивай его, чё. Он сказал, is it brain? Или is it brain? Brain. Brain это, по-моему, мозги. А, ах, ну да, ты же минус один. Ой, бабай. Так, все, уезжаем. Так, где можно за город? Теперь за мэром надо, чувак. Теперь за мэром. За каким мэром? Я за Солидом не поеду. Ты чё, хороший? Ты чё? Потому что мне надо еды купить. А, еда срочно нужна, еда. Нет, это не еда срочно, быстрее, быстрее. Еда. Сколько? Еда, 10 штук давай. 300. Бывает. Теперь едем к оружейнику. К оружейнику? Да.
А, это йогурт. Ты у йогурта. Ты у йогурта задание берешь. Да. Ну мне как раз к нему надо. Ты че? Ну кое-что спросить. Че? Ну кое-что спросить. Он про там, то, что я всех убиваю. Что он всех заказывает? Всех, даже меня? Нет. Кстати, этот Солид вышел. Ну-ка это йогурт. Иди сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам нужно вынести мусор. Ушел вон! Гусь! Да, мусор не наш, на отлично. Да. Это. Нет, простите, нет, это Винтон. Винтон. Шап. Он тебя заказал. Ах ты ж, сука. Йогурт, я его подвожу, если что, так все время. На вот этой тачке. Он хороший, он хороший, он чистый, он чистый мусор. Он корейский мусор. Да, ты что, ты имеешь против китайцев, что ли? Корейцы. Китайцы, корейцы, ну и тут. А, нет. Что надо, что надо? Выношу мусор, выношу мусор. Чего? Чего? Ну, ты не писал, что я... Не слышу, не слышу. Он тебе сказал, что это был убийство. Воу. Ты победишь, победишь. Такой, и плюнул, и ушел. Типа пошла, знаешь, это... Сейчас шляпа еврея. Вообще было бы идеально. Господи, смелый чел. Так, запись. Он тебя плюнул. Да, запись идет. Стреляет. А вот ты там застрелить хочешь? Оооо, там копы. Давай кита завалим, чтоб он своего убивает. Этот. Мефодий Йогуртович, у меня к вам просьба одна. Слышь, помоги мента завалить. Че, я ему помогу мента завалить? Нормально! Тимворк! Звали. Не надо, чтоб на наших не пьёт. Он по мне даже не стрелял. Итак, вернемся к моей теме. Я хочу, чтобы вы меня предупредили, когда будет... ну... Аллах-бар. Аллах-бар. Да. А еще я хочу у вас купить нормальный пистолет, потому что то, что я ношу, это говнище. Отдай мне тогда. Да, да, давай пернача. Вот давай, я подожди, вот сколько этот пистолет стоит и сколько стоит пернач? 4. Чё ты на меня стоишь? Ушёл отсюда, ушёл отсюда. Пшёл вон. От тачки отошёл Иван Гайкин. Пипиркой. Ушел. А сейчас получишь это, ну, риса с корейской морковкой. Вот, да, давай мне пернач. На вот, вот этот пистак, короче. Стой, а могу я тебе вот этот пистак за 1000 вернуть и купить у тебя пернач за 1600? Ой, за 2600. Интересная система была. Хорошо. Я теперь гангстер, у меня теперь несколько стволов. Один ты даже нет. Это мой АП-206. Ты где, в машине? Нет? Ну так вот, удачи вам, Мефодий. Едем, да? Да, едем. Поехали. Поэтому давай сейчас купим себе дом для начала. Где, в Элитке? Нет, в Элитке не вариант, сразу говорю.
Потому что я хочу на маниках посидеть. Я хочу посидеть на маниках. Куда? Слышь, я вышку могу поставить. Ты за вышка? Ну поехали, покажи. Я не хочу, я хочу, чтобы были встроенные дома. Так будет проще. Ты уверен? Да, тем более у нас вон ангар уже есть. Смотри, смотри, сейчас я покажу вышку. Инфа сотку у нас от Ани. Это мой еще куплю. Смотри, вышка. На, кстати, свой П. На. Да, теперь есть пернач. Ёп! Что за хрень? Ну-ка, а чё, тут лифт автоматический? А, тут лифт автоматический, всё. Он сейчас приедет на себя. Да. Щит. Вылази. Я поехал. Хелп, хелп. А я... ну-ка это. Слышь? Едет там? Да, едет. Только тачку надо куда-нибудь поставить, потому что тут гаражей нет. Ну, залази. А, мне очень нравится этот самый Black Ops 2. Ну, вот там именно который... Ну и вот тебе маленький, Саш, смотри, заспавни пробку, значит, вот такой вот, смотри, вот. Ну и на. И на него ставь это, свои маленькие. Да ну, блин, пошли в ангар. Ну так вот, мне очень нравится Black Ops 2, это во-первых, плюс... Подарите мне, да? Нет, у меня он есть. Я говорю просто про то, что я играл на компе и играл на консоли. На консоли, я вам скажу, даже, по-моему, удобнее, чем на компе. Вот именно в PvP или просто. Да, и, кстати, вот, я не знаю, пернач это... Есть такой... Ну-ка, мне написали. Я рассчитываю сделать Аллаху Акбар завтра в 12:00. Окей. Завтра в 13:00? Завтра в 12:00. Завтра в 12:00. Стоп, завтра это завтрашним днем или вот как этот кончится? Убери это говно! Ну так вот. Это вот как видишь, как будет, вот видишь, у тебя же часы есть. Ну. И вот там тогда будет. Ну так вот, давай сделаем селфи на память. Ишь, да. Я не знаю, почему я выбрал корейца, потому что в прошлой серии я играл за Джеки Чана, и типа Джеки Чан меняет профессию. Селфи, иди сюда, делать будем. Посмотри в камеру. Да в камеру посмотри, чё. Это, знаешь, селфи-пранк во время селфи-пранка. Чё бы нет. Только получается, что я не житель. Давай, теперь смотри в это в камеру, давай. Типа, подписчики, ей. Здравствуйте. Теперь я. А это такой с перначом, типа, печь? Нет, не так. Вот, в сторонку отойди в сторону. И с перначом у меня все в голову. Да, вот так. Выше, подними. Да, вот так. Все. Только не стреляй. Бах! А, да, кстати, ну так вот, по поводу Black Ops пернач очень похож на тот пистолет, который был скорострельный у Мейсона. Очень похож. Я правда не помню, что, как все, он называется, да. Так, ну в этой серии я, конечно, планировал не тупо сидеть на маниках, но. Но революция это будет, кто-то там сделает Аллах-Акбар, и мы пойдем на это посмотрим. Да, и это будет очень красиво, поэтому, чтобы не растягивать запись, я предлагаю сейчас остановить, и тогда, когда будет Аллах-Акбар, я ее возобновлю. Вот, потому что уже видео идет почти 30 минут, а я хочу, чтобы оно было, ну, 30 или 35 лет так. Так что давайте увидимся через мгновение. Так, всем привет, значит, с вами я, Декс, вы не забыли меня, и так мы едем к ПУ, потому что сейчас будет жесткий бомбеж ПУ, это полицейский участок, кто не знал. Ой, сейчас там его сейчас бомбанут, я специально побыстрее. О май гад! О май гад! О май гад! Мефодий красавец! Ай, вы чё, мы свои? Вы чё?
Мы свои, вы чё? Кто шмальнул? Кто шмальнул? Вот, блин, нахрена приехали к нему? Ёма. Или это какая-то другая хрень? У меня в огнетушителе патрон нету, что за бред? Так. Не знаю. Ну, я всё потушу. Не туши, не надо! Вот, батарея выиграл. Не туши, не надо. Да, это, конечно, жестоко. Так, ну ладно, продолжим через тоже пару секунд.